Друзья, всем привет, с вами на канале Твой Игровой. Сегодня много людей для того, чтобы поиграть в конфетную мафию. Это мафия, но немножечко такая продвинутая в мире игры Orange Quest, да. В мире конфетных историй. Здесь, значит, такая ситуация. В городе нашли подземное озеро с высоким содержанием сахара. И группа преступная, значит, организовалась, чтобы наладить нелегальное производство конфет. Конфет — это самое ценное, что есть в мире конфетных историй. Я сегодня буду ведущим, у нас 7 игроков. Смотрите, у нас будут 2 мафии, 2 преступников. Один из них Дон, у него нет специальной способности. И один оборотень. Если оборотня проверяют, то он является мирным жителем. Среди мирных жителей есть одна роль с уникальной способностью, это староста. Староста может проверить игрока, мирный он или преступник. Так вот, если староста проверит оборотня, то я ему скажу, что это мирный. Понятно. Задача, как во всех мафиях, мирным жителям надо уничтожить всю мафию. Мафии нужно, чтобы осталось равное количество, то есть 2 на 2. Или меньше, но меньше не будет. Смотрите, первая ночь. Все закрывают глаза. Я бужу преступников. Преступников бужу. Оборотень, поднимите руку. Понял. Теперь закрывает глаза мафия. Староста. Кто у нас староста? Хорошо. Все, старосту запомнил. Все, просыпайтесь. Смотрите, это была первая ночь, в которой мафия ничего не, никого не убила, а просто познакомилась друг с другом, да. И я познакомился со всеми остальными. Теперь вы, в принципе, можете обсуждать некоторое время, кого вам казнить уже первым днем, да, вот так, без всяких сведений. Вообще просто спокойно, смотри. Славика. Славика ему. Вообще, так как он не сразу увидел мафию, значит, они сидят не вот, вот эти 4. То есть, да. Одного он, скорее всего, сразу увидел, а второго не сразу. Значит, это он с боков сидели. Это, ну, ты? Могу быть я. Вот, ты Серёжа, Славик. Да, это одна мафия. Вторую, скорее всего, он сразу увидел. Казнь Дениса. Все. А больше я сказать ничего не могу. Но я не мафия, я тебе отвечаю. Мне кажется, если, конечно, Фил специально не говорил в другую сторону, что все-таки это вот эта часть тыла. Кто-то из них 3 однозначно мафия. Ну что он как-то туда. Если, конечно, он специально... Я думаю, на это смысла нет. Он мог говорить куда угодно. Давайте просто с Суэфу сыграем. Кто проиграл, того казнили. Не-не-не-не. Подожди, давайте спортивно мыслить. Да, давай. Это рандом. Забегу, значит. И такие тут, видишь, надо кого-то казнить. Все такие, че? А у мафии золотинка на углу. Ну, стоп, давайте все тогда. Пообщались, теперь у нас идет голосование. Так. Сколько голосов за то, чтобы казнить Дениса? Я, вы че, офигели, что ли? Сам за себя не можешь голосовать. Так, ну, ты будешь держать. Я 3. Сколько за него, да? За Сергея. Я. А повторно голосовать можно? Да. Ты можешь проголосовать за него. Ты просто маньяк. У него в роли написано маньяк. Маньяк, подожди. Голосуй всегда за. Голос человек только за одного может отдать. Каждый день только один игрок может быть казнен. За один день нельзя голосовать несколько раз за одного игрока, за исключением ничьей. В процессе голосования игроки не могут показывать свои карты ролей. Обязательные правила голосования. Понятно. То есть можно несколько за разных голосовать. Стойте. Ты сказал, не больше нельзя за одного голосовать. Тихо, я не говорил. Дважды нельзя говорить, давайте еще раз проголосуем за Дениса. Только если равенство у кого-то будет, мы за них, за этих игроков будем еще раз голосовать. Все, значит, ты не можешь второго. Значит, не можешь за второго. Все, логично. Нет, да, не помолчите. Другим. Ведущий по очереди называет игроков, а остальные игроки голосуют за казнь подозреваемых поднятием рук. Нет, ты можешь проголосовать за нескольких игроков, да? По очереди, да. Но у тебя голос не один, ты можешь за одного, за другого проголосовать, хоть за всех. Ты можешь. Ну такое. Такого правила нет. Хорошо, окей. Я понял, вот Славик написано в карточке. Я тогда все голосовать за всех, кроме меня. Ну так что ли? Да, ты можешь. Можешь, но смысла нет. 3 за меня, я за Серегу. За Серегу. Я тоже 1 за Сережу. 2 за Сережу. Сделай себе 2 пальчика. На пальчика. Почему 2? 3. 2. Почему 2? Я и ты. А Коля? Коля нет, он не голосовал. Коля, они у них там это. Кто за казнь Лизы? Нет. Лиза 0. Кто за казнь Коли? Я. Двое.
Я считаю, что вы вдвоем. Кого вообще? Давай. Кто за казнь Иры? Ты запоминай, кто там против тебя. Да-да-да. За Иру они за. Он дублирован, как всегда за. Да нет, я считаю. За Иру только Славик. Так. За Вову. Какой-то... За Вову никто. За Вову никто. И за Славика. И все такие. Трое? Четверо? А, пятеро. Пятеро? Пятеро. Славик открывает. Поздравляю, вы убили мирного жителя. Смотрите, мы играем с вами не в режим конфетный фестиваль. В режиме конфетный фестиваль все свойства работают. Мы играем с вами в классический режим, только с одной работающей способностью. С двумя. У старосты работает способность во всех режимах, и у оборотня, у одного из преступников работает. Они убили Кенни. Почему они защищаются? Славик не перестает себе голосовать. За Славика кто голосовал? Пятеро. Раз, два, три. Четыре. Пятеро. Пятеро. Как тут защищаться? А, делаем выводы. Просто кто мог. Мы делаем выводы. Славик всегда голосовал за это. Да. Выбесил всех. Выводы очень простые. Я сказал, что ты сам нарвался. Хорошо, ночь. Смотрите, ночью я сначала бужу старосту. Угу. Староста, открывай глаза, кого ты хочешь проверить. Два староста, я видел. У нас ведущий офигел. Лучший староста. Преступники проснулись. Жестами показали мне, кого хотят убить. Ясно, понятно. Вообще в таких играх ведущий должен стоять. Ну, закрыли глаза. Проснулись. Поздравляю вас, дамы и господа. Убили Сережу. Сережа был старостой. Жалко. Сережа был старостой. Да. Спасибо, блин. Теперь я вам ничего не скажу. Ну, я так подозреваю, что дневное время на общение закончилось. Поэтому мы голосуем за Дениса. Нет, почему за Дениса? Ну, по порядку. По порядку. Порядку. Дениса, никто не хочет наказать? Нет. Поняли, за что не я. Лизу кто хочет наказать? Нет. Никто? Я хочу... Колю кто хочет? Да. Один голос за хочу. Колю. Да, Колю. Второй голос за Колю. Ну и Ира да, сейчас подымет, да, вон две мафии сидят. Два голоса за Колю. Ясно, понятно. А голосовать нужно всегда. За Иру. Да можно всегда голосовать. Мафия. За Иру раз. Ира нет. Я, наверное, тоже за Иру. За Иру два. А за Колю два голоса. Два-два пока что, да. За Вову. Вова мафия. Раз. Вторая мафия. Один голос за Вову. Да, я не буду голосовать. Два голоса за Вову. Вы забыли, переголосовывать. Ну, вторая, подожди, ну, вторую, ну, я знаю. Так, два. Два, два. Два, два. За Славика сколько? Да он же! А за меня? Можем добить Славика. Так, еще раз. В общем, Денис и Лиза вне подозрений. А нет, у нас... стоп. У нас равенство у Коли и у Иры. И у вас есть буквально полминуты, чтобы высказаться, и мы будем переголосовывать. Да, высказывайте. В общем, я не знаю, почему на меня валит Дэн, но я знаю точно, что они мафия, потому что я четко. Почему? Потому что я чувствовал, как они показывают пальцами, и то, что они замочили Сережу. Ты экстрасенс, что ли? А ты знаешь, ты знаешь, кто замочил Сережу, что ли? Да. Даже я этого не знаю. Они замочили тебя. Я говорю, они двое мафии. А как ты понял, что они замочили? Ну что, ну, вербально я чувствовал, что они там показывают. Воздух колыхался? Да, да, поколебаешь воздух. Ничего себе. Так, всё, достаточно сказал. В каком багажнике труп? Ваше слово. Не знаю, вот слишком много ты говоришь слов, это очень опасно. Вот сразу от себя. Опасно для вас. А, конечно, на других-то. Так, Вова, я со своё оправдание, что можете сказать? Своё? Я не буду ещё оправдываться. Мирным зачем оправдываться? Если реально. Вот я спал, а вот кое-кто все время вот говорит вот это много, валит на всех, вот это подозрение вызывает. Кто за то, чтобы убить Колю? Я. Трое. Дэн, ты дебич. Это кто? Кто за то, чтобы убить Иру? Я. Ну, я своё мнение пусть не меняю. Двое. Вот они, Вова чётко работают. Я считаю, что они... Вот этот самый. В общем, голосованием вы убили... Дебичи мирного убили, они другая мафия. Смотри, смотри, как завалились. Сначала спасителя, а потом сына старости. Старости. Они вместе жили. Они мафии, вот Дэн, вы вообще а, ну не все, шарите, теперь да? Понятно, да. Теперь они... Ну, теперь как-то надо их убить. Наступает ночь. А все, 2-2. А все, они убивают мирного. Двое на двое осталось? Тогда мафия победила. Ну, мафия, вскрывайте карты свои. Ну, про одну я точно могу сказать? 2-2, да. Открывайте. Все, ну ты понимаешь, что мафия. Ну, понятно, да. Ну, да. Я оборотень. Дон? Оборотень.
Серьезно? Да. Блин, я знаю, что Ира не мафия, и мафия сидит в разных концах. Потому что он не сразу увидел две мафии. Ну я на Иру почему-то думал прям. А ты не меня случайно проверил? Смотрите. Ну, короче, все поняли, да, свои ошибки. Я тебе предлагаю сыграть в особый режим. Да, конфетный фестиваль, где работают все способности. Хорошо. Я буду вызывать вас в определенном порядке. Тут есть порядок. В каком просыпаться способности? Ну, вам это. Почитайте все способности, если кому-то что-то непонятно. Давайте сразу разберем. Да, давай, поехали. Не спаситель, не. То есть, смотрите, у нас участвует. В каком порядке будет? В каком порядке они будут просыпаться? Да, давай. Ну, в первую ночь. У нас просыпается только оборотень, чтобы я просто посмотрел, кто он такой. Давай, кто у нас вообще? Чтобы я просто знал, что если его будут проверять, мне надо сказать, что он мирный житель. У Дона нет способности таковой. Ночью имеет решающий голос при убийстве мафии. Ну, то есть, за кого при равенстве, за кого Дон проголосовал, тот того убит. Ну, это если мафия. Это не может договориться. Не может договориться. Ты тоже долго не тупи, если мафия долго не может договориться, Дон пресекаешь эту фигню. Смотрите, Дон прав, все. Только в первую ночь проснется еще сын старосты. Так, сын старосты. К дочери мстить. После смерти старосты полностью копируют его способности. Он становится старостой. Мне нужно только будет узнать, кто он. То есть в остальные ночи он не просыпается. Дальше. Давай просто. Староста, вы знаете, что он проверяет жителя? Мститель, если его убили или казнили, может сразу объявить одного любого игрока выбывшим из игры. Неплохо. То есть, короче, мстителя казнить мафии невыгодно. Но если они знают, это он должен сделать. Почему мирным наоборот, если он. Короче говоря, он за собой утянет в любом случае при смерти еще одного. Если его мафия убила, либо его выбрали голосованием на казнь. То есть он просыпается, его убили, он такой: ах ты, зараза, ты мафия. Да. Спасите его мирного. Может пожертвовать собой ради спасения казненного игрока. Как это работает? Кто? Спаситель? Да. Может пожертвовать собой ради спасения казненного игрока. Ну вот так, смотри. Выбрали, допустим, Колю казнить. Все так, ведущий об этом объявляет. Он раскрывает свою роль, говорит: нет, я умер. А он свою карту держит. Он даже не знает, мирный он или нет. Да, он не знает. Но если он уверен, например, ну, вот... поиграете, поймете, зачем это. Хорошо. Давайте я сейчас запишу. И подожди, и творение. Опять же, он обязательно. Это до того, как нет, не обязательно. Может, это значит по желанию. И дворянин. Если его казнят, он открывает свою роль и выживает. Теперь все он играет с открытой ролью. Да, и все знают. Вот это прикольно. Стой, да, я запишу. Слушай, а спаситель, он должен, да, как бы свое свойство заявить? Да, до того, как игрок открыл карту. То есть не торопитесь. Поэтому давайте, да, кого убили, не торопитесь. Дайте шанс спасителю вас спасти. Я был спасителем, никого бы не спас. Все, замешали, разобрали и поехали. Откиньте Денис назад. Да. Сейчас я откинусь назад, чтобы, если что, ты видел и Серегу тоже. Да. Серега, это я. И дворянин. Сережа тоже. Дворянин. Еще раз, дворянин выживает только, если его казнят. Если его убьет мафия, он не выживает. Не спасает. Ну, да. Короче, все равно это переворачивает. Ну да. Мафии надо сразу, короче, казнить вот этого бессмертного Джоргера. Специально проверил, да? Выбирай, забрали. А, давай вот этот поближе ко мне. Так, ну, смотрите, значит, у нас первая ночь. Все закрывают глаза. Посмотрели, да, все свои роли, все запомнили. Спаситель, покажись. Спаситель. Угу. Мститель, покажись. Покажись, мститель. Ага. Староста. Староста есть. Сын старосты. Есть. Дворянин. Дворянин. Понял. Вообще, преступники, откройте глаза. Преступники познакомились друг с другом. Закрыли глаза. Теперь оборотень, покажись. Все закрыли глаза. Все, наступает день. Город просыпается. И, собственно говоря, вы можете немножко поговорить о том, что случилось этой ночью, и решить, кого сегодня отправить на эшафот. Если честно, вообще ничего не понятно. Говорят, шахту с сахаром открыли этой ночи. Откуда ты знаешь? У меня тебе просьба единственная, что когда ты говоришь, там, например, ага, староста, понял, говори прямо.
а не в сторону. Я попробую. Хорошо? В следующий раз. А прямо. То получается палить. В следующий раз, когда мы не будем играть в эту игру. Хорошо. Обязательно. Ну, на следующий раз. Да, да, да. Так, ну, а так больше ничего. Я ничего не знаю. Просто слишком много ролей, ведущий во все стороны. Я знаю просто, в какой стороне староста. От меня. В какую сторону он говорил. Староста где-то здесь. По-моему, опять Сережа, что ли? Ну, в общем, ты Сережа, а, так вообще... а зачем ты старосту выдаешь? Ага, ты мафия? Угу. Ага. Я думаю, что Славик... Старосту нельзя выдавать, ты чё? Ага. Я думаю, что Славику мне первое предложение, человек, потому что он сидел и молчал. Давайте и смотрел давайте не будем на всех голосовать, вы говорите, давайте казним этого человека. Да, давайте, кстати, Славика. Традиция. Давайте просто попробуем первый шаг. Поехали, давайте. У нас здесь фестиваль есть одна традиция, резать Славика. Что, переходим к голосованию? Вилариба и Вилабаджу резали Славика. Конфеты, фестиваль. Так, голосуем. А знаешь почему? Потому что Славик сладенький. Голосуем за Дениса. Никто. Ноль голосов. За Сережу. Голосуем за Сережу. Ноль голосов. За Лизу. Один голос от Славика. Это просто мне. За Колю. Я. Один голос от Дениса. Я считаю, что мафия он спалил старост. За Иру. Один? Ты руку а, ты нет, я за Иру нет. Он хотел. Ира нормально. За Вову. Непонятно. Не, авансом не буду. За Славика. Ну, родиться. Открывайся. Вы убили Мстителя. Утащи за собой кого-нибудь. Кого? Лизу? Да. Да его тащи. Все, он сделал свой выбор. Хорошо, давай. Я сын старосты. Ну, там ничего было выделываться тут. Классно! Красавчик! Красавчик! Лучше мафия выиграла! А последнее слово можно? Да. Нет, еще три. А, три, сейчас ночь. Раз, два, три, четыре, пять. Да, ну он еще говорит, то есть мафия выиграла. Ну, еще нет, не все. Нет, если потом сейчас будет вариант повесить мафию. Да, если не повесим мафию, два на два стоит. То кирды. Сейчас 3-2. Сейчас 3-2, да. 2-2 будет ночью. Да. Наступает 2-2. Ночь. Заснули. Все заснули. Староста проснулся. Кого нужно проверить? Сейчас напишу тебе. Староста заснул. Проснулась мафия. Кого нужно убить? Определяйтесь. Слишком долго времени мафии даешь. Заснули. Проснулись все. И этой ночью был убит Коля. Все понял. Спаситель? Да. Убили спасителя. И сразу было видно, почему вы не выкупили. Давайте это я тоже хочу сыграть. Это я, я скажу. Все скажу. Все хорошо, веди сам. Так, староста в первую ночь не проверяет, правильно? Он не проверяет, но ты должен его разбудить, чтобы понять, кто он. Где он? Зачем мне он в первую ночь? В первую ночь будешь старосту. Нафиг он мне нужен? Не да знаю. В правилах так хорошо, сказано. Хорошо, правила. Что тебе толку-то от старосты? Давайте, ну, засъем. Вот. Так, сядь, пожалуйста, вот. Сейчас. Так, чтобы я и Славика тоже видел. Зачем? Да просто, чтобы видел. Первая ночь, вот смотри. Показывают себя ведущему роли со способностями. Ты должен их запомнить. Ты должен знать, кто староста. Давай, написано, разбужу. Всё, мне не давай, впадло. Давай. Такой, вставай, староста, вставай. Как первая ночь. Первая ночь. Итак, все засыпают, закрыли глаза. Итак, староста, проснись, пожалуйста, покажи мне себя. Все отлично, я тебя увидел. Теперь просыпаются оба преступника. Вот. Кивни, пожалуйста, оборотень. Увидел оборотня, все замечательно. Засыпаем. Город заснул, просыпается город. Какая-то фигня у нас творится. Я бы убил ведущего, он меня достал. Он орет на меня, короче, и нервирует. И бьет. Вообще, я, конечно, вас всех ненавижу. И в этот раз я буду много говорить, чтобы вы меня не убили. Сволочи! Это забавно. А отсюда какой вывод делаешь? Что он? Заметает следы. Все верно. Вот они, два пацана! Ну все, вам еще и стрелки, вот и он, и он. Стрелки перекидывают, да. Подозрительный. Я все сказал.
Ну мы поняли, Больше и не надо. Больше ничего не скажешь. Хотят отмолчаться, не будут высказываться? Мне пока сказать нечего, потому что я... Мафия. Испытываю некоторый дискомфорт от сидения рядом с мафией. Так что давайте мы его просто убьем. Да, во всех играх сперва вали Фила. Итак, ну давайте начнем голосование все-таки не с Фила, а с Сергея. Кто за Сергея? Я честный мирный гражданин. Никто не хочет убивать Сергея, замечательно. Убейте. Он доказал свою. Лиза. Против Лизы кто хочет голосовать? Ты сама против себя хочешь голосовать? Нет? Ладно, хорошо. Против Коли. У нас сегодня где-то какое-то пассивное общество, поэтому... А общество не понимает зачем? Просто кого-нибудь ради потехи ради. А, традиция. На конкретном фестивале повесить. Обязательно. Против Иры. Будем вешать Иру сегодня? Давайте попробуем. Так, двое. Давайте попробуем. Так, Ира, за Иру двое. Против Вовы, кто хочет. Да, один есть. Двое. Подожди, я. Трое. Вове хана. Так, против Вовы трое. И у нас еще остался, еще Славик есть. Против Славика кто хочет? Традиция против Славика. Славику дайте поиграть хоть одну партию. Традиция, но ее нарушили, поэтому никто против него голосовал. И против Фила. Ну и как я думал, что Фил. Четверо! Мы охерели, что ли? Четверо! Пошли вы в жопу! Ой, старосту убили. Извини. Вы не хотели спасителя, не дождались. Сори. На меня бы и не спасли. Ну, а ты рано раскрылся. Да, да. Спокойно снимать ваши гнусные рожи. Я реально мог сказать, типа, я староста, спаситель, спаси меня. Ну, есть сын старосты. Спаситель такой племяшку разорвал, типа, ладно. Сын! Сын старосты. Этот город не спасти, вали отсюда. Итак, у нас остался еще сын старосты, теперь он за меня. Теперь я вызываю его. Этому городу нужен новый герой. Да, этому городу нужен новый герой. Итак, город засыпает благополучно, и просыпается новый герой. И сразу же проверяет кого-нибудь. Вот, сын старосты заснул. Просыпаются два преступника, и у них несколько секунд, чтобы выбрать, кого убить. Преступники засыпают. И все. Получается, просыпается город, не просыпается Лиза. Сынко! Молодец! Они встретились на небесах. А, я же ничего... Все, ты не можешь ничего говорить. Славик, что ты теперь чувствуешь? А, ну смотри, там как сказано в правилах, что даже если этого персонажа со свойством ночью убивают... То свойство работает? Нет, ты делаешь вид, что его будешь... Ну, это если понятно, бы, это да. Было бы важно, если бы у нас было несколько ролей со способностями. Я про то, что смотри, сын старости сейчас проверил. Да. Ночью. Да. Она сейчас... А, да, все правильно ты она сделал, может да. Что-то говорить или не может? Не может, нет. Все, утром да. Молчит уже, утром все. Да. На утро нам обнаружили мертвого. Труп. Просто, да. Ты знаешь, как ничего сказать. Как ловко мафия вычислила сына старосты. Что-то мне кажется, что эти двое. Итак, у нас сейчас... Мне кажется, с той стороны. Смотрите, сейчас у нас осталось 5 человек, из них двое... Преступники. Если сейчас мирные ошибутся и убьют мирного, они проигрывают. Да? Да. Играть дальше нет. По-моему, это с вашей стороны. Да, поэтому хорошо подойдите к обсуждению, товарищи. Я думаю, Сережа, потому что он слишком какой-то хитрозадый. Я думаю, что... И Коля тоже. Да, так я за тех из них. Хотя, может, Ира. Да вы чего, я вас? Да это Славик. А я все-таки думаю, что это... В этот раз Ира нет, потому что она ведет себя более естественно. Да, не, я тоже считаю, что это Ира. Нет, она хихикает. А мне кажется, что это Ира. Ира? Да. Вот, Ира хихикает. Это подозрительно. Ты внезапный спецэффект. Она когда... Нет, Ира, когда мафию видно, она прям... Ну, она в смысле пальца. Это... Ну, она палится. Так, блин. Может, она попозже палится. Нет, я думаю, Сережа. Блин, я думаю, Сережа, да. Не, что случилось? Не, нормально, нормально играем. Нормально? Да. Ребята, далеко мы с вами. Так, интересно. Ну так, давайте, товарищи. Ну голосуйте. Начинаем с Сережи? Да, да. Да, начинаем с Сергея. Начните с Сергея и все закончится. Кто за то, что Сергей мафия? Я думаю, что он мафия. Так, спасибо, ребята. А Коля? Я этого не забуду. Коля? Ну тоже, подождите, я думаю, Коля тоже мафия. Ты видишь? Голоса как бы не решают, да, этот вопрос? Решают, если Ира присоединится, то мы похороним.
Ира, не, не, не продавайся, Ир. Ну да, да. Не-не-не-не-не. Итак, Ира, решайся, будешь ты голосовать против или нет? Нет. Нет, двое, опять два. Адекватный человек. Теперь против Иры. Нет. Я... Так, нет, не в этот один раз. Всего не лишь в этот раз. Против Вовы. Да. Ира, раз. Да, 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 да. Вова. Хорошо. И Славик. Три. Три. Против Вовы три. Подожди, какой? Я какого? Не буду голосовать против Вовы. Ты голосуешь против Вовы? Да. Три. Три. Пока сейчас Вова. И против Славика. Ну, он тоже мафия. Славик, несмотря на то, что ты сделал падла. Да, спаситель. Ну что, я сам себя спас. Понятно. Принял удар на себя. Сам себя, все, да. Все, мафия выиграла. Я говорил, Ира. Там. Да. Это единственный человек, которому я могу показать, что это мафия. Ну, да. Все, если бы она показала на тебя, я бы ей показал, что ну, это да, мир, что все нормально. Она прям четко, если бы она сейчас ее бы не убили, было бы вообще шикарно. Но мы четко сыгрались. Да, вы прям вычислили шикарно. Ну как-то вот так. Всем спасибо за игру. Два режима. С вами был канал Твой Игровой. Твоя мафия. Игра Конфетная мафия. Хотите, покупайте, переходите по ссылочкам в описании. Играйте в те игры, которые вам нравятся. Всем пока. Пока-пока. Что, поедем? В мафию играть непросто. Либо ты, либо тебя. Славик голосует против. Против Славика все за. Наступает ночь на город. Опустел в ночи вокзал. Сын старейшины так молод, доном мафии назвал. Мститель очень неразборчив, дело мафии почтя. Кинул он конфетной горсти прямо в старосты дитя. В городе защитник, мафия, открыв глаза, застрелила дворянина, не спасли его друзья.